С днем рождения, Чет! Праздник вместо уроков! Я знаю, чего я хочу! Вау! Желание исполнилось! А? Я стал директором колледжа! В нашем колледже скучная мрачная униформа. Но новый директор это исправит. А почему вы не в форме, профессор? Пора издать новый указ. Теперь все студенты могут ходить в обычной одежде. И только учителя должны ходить в форме. Прошу прощения. Какой сложный тест. Что там Ронда написала? Профессор, они списывают. Что ж, теперь вы не сможете подглядывать. Классно придумано, профессор. Алло, директор? Алло, ничего не слышно. А, точно. Вам нужно издать новый указ. Я тебя понял, Майк. Отныне я разрешаю списывание. А что здесь за буква? У тебя ужасный почерк, Ронда. Профессор, ничем не могу помочь. Указ сверху. Вау, роковая красотка. Чё надо? Уже ничего. Вау, какая девушка. Время ланча и решающей битвы. Директор! Стройся черепахой! Ой-ей! В атаку! Заряд кашей! Пли! Держать строй, не отступать! Первая жертва! Сомкнуть ряды! О, нет, кончились снаряды! Обстрел кукурузой! Джонни, нет! Отомсти за меня, директор! Что дальше? Метание крышки! Ты уволена! Как несправедливо! Директор Чет, у меня идея. Давайте награждать всех ботаников вот таким классным значком отличия. Хорошая идея, здоровяк. Поддерживаю. Ботаник Джейк, награждаю тебя значком самого заслуженного ботаника колледжа. Носи его гордо. Спрячусь в шкафчике, чтобы меня не нашел здоровяк. Включаю мой радар ботаников. Сигнал значка говорит, что ботаник здесь. А ну, вылезай отсюда! Здесь тебе будет удобнее. Директор Чет, хулиган снова меня задирает. Ах так? Я издам новый указ. Спасибо, директор. Эй, задира! Освежись! Что ты наделал? В мусорку, живо! Хорошо, хорошо, я сам. Ведь директор установил в каждой мусорке ноутбук. Это очень удобно. Обожаю колу. О, есть идея. Кулер с колой для всех. Угощайтесь. Кому нужна вода, если есть кола? Всем пора на урок, скорее. Здравствуйте, директор. Профессору не хватает Ментоса. Никого нет. Можно выпить колу.
О, нет. Как не хочется идти в колледж сегодня. Можно использовать экстренную кнопку. Новое постановление директора. Учитель на дом. Фил, приступим к домашней работе. Лекция по геополитике Средневековья. Нет, это слишком скучно. Можно следующий урок? Пока, профессор. Следующий урок — физкультура. Ты в кровати? Начинаем разминку. Быстро! Хорошо, я вас боюсь. Чем заняться? Какая директорская скука? О, привет! Хочешь мне помочь? Напиши в комментариях идею для моего нового указа. И, конечно же, поставь лайк этому видео. Что там? Новый указ уже в комментариях? Я это одобряю. Эй, охранник, у нас только что украли картину. Проснись! Что я пропустил? Поздравляю, ты уволен. Прощай, мой второй дом. Я буду скучать, дерево. Алло, ты свободен? Приходи, есть работа. А вот и новый охранник колледжа. С таким шутки плохи. Эй, не бегать! Я кому сказал? А? Простите, сэр Паук, я больше не буду. Теперь в колледже будет порядок. Это не самый интересный и захватывающий урок в колледже. Эй, класс, почему вы не слушаете меня? Я буду жаловаться директору. Профессор, в чем дело? Какие старые методы обучения? Это позор. Вы свободны. Наш колледж переходит к новым технологиям. Всем джойстики. Начинаем игру. Начинаем занятие. Тема лекции – Шекспир. О творчестве этого гения можно говорить часами. Слишком скучно. Вот новый указ. Зачем говорить, если можно рисовать? Задание – раскрасить Шекспира. Проявите все свое творчество. Шекспир засиял новыми красками. Время вышло. Сдавайте работы. Все отлично, постарались, молодцы. Время расплаты настало. Проверяю ваши работы. Плохо. 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 Всем ужасные оценки. О, нет, я опять провалил тест. Так нечестно. Директор Чет, профессор снова поставил мне плохую оценку. Я так больше не могу. Ладно, я разберусь, иди. Я запрещаю красные ручки в колледже. Стоять! Больше никаких красных ручек. Запрещено указом директора. Профессор, что у вас в руках? Я запретил красную ручку. Вы наказаны. Прощай, красный символ стресса.
Привет, красотка. Кто там наши чирлидеры? Ну что, директор Чет, хочешь издать еще один указ напоследок? Жаль, ты уже не успеешь. Нет, нет, нет. Я передумал загадывать желание. Всем пока. Понравился наш юный директор Чет? Тогда пиши в комментариях свои идеи для нового директорского указа. И обязательно подписывайся на наш канал, ставь лайк этому видео и жми на колокольчик. Не пропусти новые веселые видео на канале WHOO.